сегодня, значит, могу вам сказать, что у меня статус свидетеля в уголовном деле в одной из стран Евросоюза. Ну, по моему мнению, это не очень красиво пытаться мочить своего политического конкурента обычным враньем, да, причем таким дешевым, достаточно убогим. Но это их игра, как бы не моя, поэтому я не знаю.